Видеозапись. Обращение. Для создания моего первого проекта на планете Ру. Мой план простой. Оцифровать книжку. Книжка очень старая. Как она попала ко мне, я не знаю. Очень старая. Это значит, что на ней стоит дата 1879 год. У нее нет даже корочки. Почти что нет переплета. Странички почти что отдельно друг от друга. Вот. У меня в пакете эта книжка лежит. Я прочту заглавие, главную страницу, корочку. Тут сверху в углу что-то от руки написано чернилами, но надпись не видна. Разобрать невозможно. Прочту. Руководство к частной хирургии для врачей и учащихся Франца Кёнига. Орд профессора хирургии Гетикенского университета. Том 2, часть 1, со 110 рисунками. Санкт-Петербург, издание Карла Риккера, Невский проспект, 14. Это перевод с второго немецкого издания Д. Фридберга. Хирургия. Может быть, историческая ценность какая-то есть у этой книжки. Я хочу ее оцифровать и продать, может, или подарить кому. Я еще не решил, что я с ней сделаю. Мой план прост. Значит, чтобы оцифровать книжку, надо что-то, чтобы ее оцифровать. Чтобы оцифровать книжку, я куплю какой-нибудь телефончик. Телефончик. И с помощью телефона оцифрую все странички. Где у меня магазин? В общем, в Олди куплю телефон. Около 30 тысяч будет стоить телефон. С хорошей камерой, с хорошей операционной системой. С помощью телефона оцифрую книжку. И смогу уже цифровую копию куда-нибудь в общий доступ отправить. Конец записи.